Рыбинской городской прокуратурой с привлечением специалистов контрольно-ревизионного отдела администрации города проведена финансовая проверка в предприятии «Раскат», изготавливающее дорожные катки. Предметом проверки стало движение денежных средств с мая по сентябрь 2014 года. Именно в этот период начались проблемы с выплатой заработной платы сотрудникам. В ходе проверки было установлено, что бывшим руководителем ООО «Раскат» осуществлялись расчеты с контрагентами взамен того, чтобы выплачивать заработную плату. Установлено, что задолженность по оплате труда на данном предприятии составляет около 17 миллионов рублей. На днях следственным органам в отношении бывшего руководителя предприятия возбуждено уголовное дело. Долги постепенно пытаются гасить. Новому же директору вынесено предписание о недопущении подобных ситуаций. Ход расследования данного дела находится на контроле у Рыбинской прокуратуры. По Трудовому кодексу оплата труда должна производиться не менее двух раз в месяц, не позднее установленного числа.